Трое или четверо даже. Так, сейчас четверо очень бежит. Аккуратно. Надо главную дистанцию держать. И да, попробуем что-то выбить с них. Вроде четверо. Да, окей. Так, блин, знаешь, ну, типа, короче, прячьтесь за укрепление, главное. Я за дерево. Давайте попробуем как-то, может, по мосту пройти, потому что у меня, например, калаш, я... Блин, жалко, бинокль не взял, блин. А у меня надо вместе начать огонь, не по одному. Да, я согласен. Только давайте так, чтобы они пока нас не заметили. Воду будем перекрывать, тогда мы будем внизу, нам надо как-то сверху быть. По мосту, давайте на мост. Да. Я вижу их, да, я их вижу. Давайте ближе чуть-чуть. Они нас пока... Они нас походу спалили. Там бензопила. Можно прыгать. Не, в воду прыгать нельзя. Надо за дерево. Если бежите по мосту, сразу с дерева бегите. Сразу с дерева. Или вот, вижу машину, это их машина. Они здесь спальники свои сбросили, гайс. А ну что у них в сундуке? А в сундуке дробовик со стены. Попал по одному. Сняли анубиса. Одного убил. Так, у них тут спальники, блин. Или убил, даже не знаю. Тихо. Прости, анубис, я тебя хил отдам. Сейчас. Попал по одному. Ой, попал в голову одному. Калаш я взял на анубиса. Ну там что-то. Откуда? Патроны закончились. Слушай, погоди, не выходи сейчас. Я не спальник уничтожил, они уже здесь не спавнят. Погоди, не выходи. Мне надо просто патроны взять. Нам надо либо ближе подойти. Блин, нема этих. Ой, блин, там что-то сильное стреляет. Слушай, нам надо либо ближе подойти, потому что бульдог, у него 45 патронов. Куча патронов вообще. И что нам делать? Что нам делать? У тебя патронов нет у нас? У меня ни карты нет, я ничего не знаю. Ну, типа, патронов у меня 9 осталось, а в бульдоге есть еще патроны, я могу вблизи. Не, я могу. Я дал минус 2, может у них попробуем задать. Я вот что хочу, приблизиться к ним, только это... Надо максимум... Я могу тут. Ой, до они дерева вертолет подбежать. Снесли. Я перебегаю до дерева. А, вижу, он слева от нас, он с другой стороны, сейчас. Он, короче, если, ты главное спрячься, вот, очень спрячься, короче. Пострелял и спрятался, потому что Кина здесь... Так, я бульдог взял. Пока сброшу вот это. Там кто сдох, лежит труп. Ой, блин, меня убили слева, ёп. Меня слева убили, я не ждал. Понял, они нас обходят просто. Я побежал дальше, чтобы меня не обошли. Окей. Okay. Он немного достает до лута. Отлично. У него тут прицел. Хорошо, что я не взял какого-то... У меня, в принципе, там уже нет патронов. Стоп. Егор, ты, наверное, сейчас побежал. Два побежал. Ой-ой-ой, ты что? Я видел. Ай-ай-ай. А ну без у тебя хилки, я? О, в голову попал, да ладно. А, я не добью. Ой, бляха, там Тимбервульф, Это, блин, надо максимально быть аккуратно. Слышите? Ё-моё. А, я вижу, он на машине, Тимбервульф на машине. Опять о, респаун. Вот если мне в голову попадать, я умираю. Ты будь аккуратнее, Егор, я уже спалил свою позицию. Очень аккуратно, там надо выскал брать прицел. Ой, блин, а слева не обходят? Ой, блин, гайс, вы что? Ой, ё-моё. Давай, один. Сейчас подвоем. Ой, блин, они едут сюда, давайте назад, отступаем. Отступаем, сейчас будет нам жопа. На базу. Прячься на базу. Давай вместе, Егор, сейчас. Я не знаю, у них скорострельное оружие, они меня сейчас зажмут и все. Я максимум один раз попаду. Нет, походу они остановились. Нет, едут. Один остановился. Едут, давай назад. Илья, может, приготовь что-то им, какой-то сюрприз так на. А, их машина прям к нам едет, Егор, прям к нам.
На прошлую позицию. Они уже там, где мы были. Блин, я боюсь, что мы не успеем даже сбежать. Слушай, давай в дом, давай в этот дом забьем. А я не знаю, эффективно это или нет. У нас мы не успеем по-любому. Маша, быстро, прячься, прячься. Ой, они тут остановились. Слушай, нам жопа походу. Надо либо вместе стрелять, давай я буду делать шот, и ты будешь добивать. Ой, блин, лево, чтобы не увидели. Он с машины смотрит. Либо он соло сейчас ездит, либо у него кто-то, он степай так приехал. Не к вам бежать, а мы сейчас недалеко от нашей базы, просто мы спрятались в другой базе, они, насколько у нас сейчас просто ездят на машине спереди. Они, они знают, что мы здесь, они просто знают, что мы здесь. Я делаю шот на 50 хп. Да, я не знаю, может... Да нет, я не знаю, что. Все, держим, сейчас. Я делаю шот, ты тоже. Я сейчас в задом зайду. Тыло. У него хоник. Дело в том, что он сейчас будет пушить. Ой. Точнее, он нас просто перестреляет. Попытаюсь побыстрее попасть. Будет то, что он стрефить будет. Просто готов, что он сейчас будет. До хаты, наверное. На горе вроде был. Вот это еще я. А ну без беги. А я твою, а вещи твои. Я забираю. Страшно? Да нет, ты что? Это ж фан вообще. Ты же знаешь, главное цель цель стреляй. Все. Голову и думать не надо. Сейчас они там пишут, они же на сервере. Они же на сервере. Вот это сейчас будет. Смотри, сначала мы подлетим. Секунд 30 просто побудем. Блин, главное, слушай, они не смогут там стрелять? Смогут, возможно, быть. Нашумим, просто нашумим, чтобы они вышли. А потом по ним будешь пробовать, блядь. Я буду стараться вертолет держать. Они подвыбежат. Может, в окна посмотрят. Ой-ём. Тебе надо хилиться, садись и хили сюда. Ух, мне прилетело. Забей. 55 хп у меня, я отлетаю. Честно. Он сам падает. Делаю круг, делаю оборот, мы очень близко к этому поехали. Сейчас мат был в сторону вылетел, чтобы они не попадали. Так даже попадаешь, да? Поворот делаю. Бля! Мне что-то страшно за тебя. Кажется, или там кто-то есть? А, это зомби. Так, сейчас буду разворачивать, правильно? Блин, жалко, я не знаю, как он в какую сторону стреляет. О, выбежал. Да, там двое их даже. Лол. Сейчас буду разворачивать. Не попали, прикинь. Все. Они нацелились. Садись. На F3. Я у меня есть патрон.
садись на F1. Блин, ты его трясешь, конечно, да. Это, я так понял, лапин. А, я могу даже... Ты можешь просто не смотреть вниз и его не поворачивать. Офигеть, я не знал. А, ты можешь вообще его вниз не поворачивать. Главное, держи его перед врагами. Вот перед врагами. А так ты можешь... Просто супер. Вот это круто было только что. Слушай, на 3% надо дать. Thank you.
are you?